Об итогах работы Федеральной антимонопольной службы за 2014 год сегодня рассказал ее руководитель Людмила Борисова. В этом году в связи с санкциями у службы добавились новые заботы, в частности о ценах в магазинах. Усилилась работа по контролю за уровнем цен. И здесь практически то, что раньше не делалось, не требовала этого ситуация, то сейчас это еженедельный мониторинг цен. Чаще всего в завышении цен замечали сети магазинов «Магнит» и «Гроздь». Помимо этого, за нарушение антимонопольного законодательства предупреждение получили РЖД, Волжское ТГК, СПГС и Саратовэнерго. Органы местной власти также не остались в стороне от нарушения закона. Когда вводится дом в эксплуатацию, норма жилищного кодекса говорит о том, что выбирают собственники управляющей компании. Но если они не определились, то такую организацию должна выбрать администрация, орган местного самоуправления. Соответственно, порядка 7 дел было рассмотрено в 2014 году, когда мы установили факт, что администрация эту функцию не выполняла. В Саратовске МУФАС было рассмотрено 46 заявлений на действия органов власти, нарушающие закон о защите конкуренции. И все это во время кризиса, когда городской бизнес находится под угрозой. Роман Козлов, Анатолий Милосердов, «Открытый канал».